Яркий, сочный, пропитанный ароматными травами мясной хлеб. Попробуйте, друзья, приготовить свое удовольствие. Ведь в жизни и так немного удовольствий. Приятного аппетита! Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами я, Александр Чернов. Рецепт, который я готовил ранее, немного устарел, и я решил поискать новое решение. Но так ничего существенного и не нашел, за исключением того, что в мясной хлеб стали дополнять наполнители, разбавлять мясо один к одному с мукой, с крахмалом или с картошкой, но это не мое. Понимаю, что это делается в целях удешевления продукта, ребята, но мы же готовим это для себя. Ладно, хватит болтать, буду готовить мясной хлеб. Кто со мной, присоединяйтесь. В состав рецепта входит мясо говядина, говяжья печенка, свинина полужирная, в моем случае это кусочек лопатки и свиная грудинка. Смесь перца горошком, я его буду молоть, паприка, смесь поваренной и нитритной соли в равных долях, оливки зеленые без косточек. Также в рецепте я применяю фосфаты, очень-очень маленькое количество, а также воду. Мясо изначально у меня хорошо подморожено. Сейчас я его взвешу, чтобы понять, сколько мне нужно будет соли. Причем взвешиваю отдельно печенку и отдельно говядину со свининой. Говядина. Вот она у меня очень хорошо подморожена, но это к лучшему. В таком виде говядина будет ровнее измельчаться и не будет перетираться на ножах мясорубки. Второй по очереди я измельчаю печенку, чтобы сразу ее вот немедленно сейчас переработать в мясорубке. Это будет очень удобно. Видите, когда она согревается, она начинает течь, а в замороженном состоянии в мясорубочке она пролетит на ура. Подмороженную печень пропускаю в мясорубку сеткой 4 мм. Печеночный фарш добавляю яйцо и смесь приправ и соли, которые я заранее приготовил по весу. Сразу перемешиваю фарш лопаткой до однородной массы. Контролирую температуру печеночного фарша, она минус 2 градуса, все нормально. Теперь измельчаю блендером в эмульсию. Видите, пузыречки пошли, у нас получилась достаточно однородная для домашних условий масса. Температура внутри массы плюс 1 градус. Все отлично. Добавляю 100 мл воды. Напоминаю, у меня смесь с фосфатами. Если вы не используете фосфаты, то вам необходимо добавить 100 мл воды на 1 кг фарш. И продолжаю взбивать еще пару минут. На окончательном этапе температура поднялась до 8 градусов. Это норма. Те же действия я проделываю с говядиной и со свининой. Сначала прокручиваю говядину. И на этом этапе в нежирное мясо, а это говядина, я добавляю соль и все специи. Тщательно все перемешиваю. Здесь очень важно не в жирное мясо добавлять специи, они просто не перемешаются. Продолжаю перемалывать в фарш уже свинину. Как видите, температура плюс 8 градусов, вполне допустимая. Поэтому очень надеюсь, что при запекании не произойдет расслоение фарша на мясо и жидкость. Это и называется бульонный отек. И вот фарш, который у меня получился. В моем распоряжении две недорогие формы из фольги. И первую я заполню хлеб с печенкой. Если фарш останется, достану третью форму. Перед тем, как выложить фаршемассу, я бока формы вымазываю сливочным маслом, для того, чтобы к ним приклеилась паприка. Да, друзья, я буду делать мясной хлеб, красивый, чтобы его можно было, не стесняясь, порезать на праздничный стол. К маслу паприка красиво приклеится, и блюдо будет очень неплохо смотреться на праздничном столе. Вы можете делать так, как нравится вам. Все в ваших руках, друзья мои. Творите красоту и вкусную еду. Я уже стихами заговорил. Половину формы я руками вот так закладываю мясной фарш говядины и свинины. Вначале мне нужно плотно прижать ко дну, чтобы не было пустот внизу, потому что потом это же будет все сверху. Теперь печеночный. Готово. Сверху также посыпаю паприкой. Печеночного фарша у меня еще достаточно. Сделаем еще одну заготовку с печенкой. В беспечёночный мясной хлеб
я добавлю наполнитель. Вы можете сделать это по своему вкусу. Я использую оливки, хоть кукурузу, хоть картошку. Каждый это делает по своему вкусу. Я, допустим, люблю с оливками. Режу их пополам вдоль, а не без косточек, чтобы не образовывались пустоты внутри массы. Количество оливков примерно 10% от массы фарша. Массу я хорошо вымешал и добавил сюда еще немного чеснока, гранулированного чесночка, и опять же все перемешал. Вот такая пластичная штука, видите, липкая у меня получилась. Прежде чем фарш выложить в форму, дно засыплю смесью сухих овощей и пряностей. Густо, насыщенно, она впитает влагу, закрывая полностью все дно. Форму заполняю фаршем, плотно прижимая фарш. Некоторые из вас меня спросят, для чего я использую в этом рецепте нитритку и пищевой фосфат. Все очень просто. Нитритку я использую для яркости цвета, а пищевой фосфат для удержания влаги в мясной массе, чтобы масса осталась сочной. Во время запекания я буду поддерживать температуру 80 градусов внутри камеры. Готовность буду определять не по времени, а по температуре внутри буханочки мясного хлеба, тем же самым кулинарным контроллером. Просто вставлю щуп внутрь и буду ждать 70 градусов. Именно 70 градусов. Получилось полные три формы. Все готово. Запекаем при 80 градусах. Переворачиваем первую буханочку и сделаю срез тонким ножом. Очень приятный запах, друзья, очень приятный. Вы видите слой мясного фарша и печеночка. Открываю мясную форму. Ого, вот это да, вот это ничего себе, как мило. Конечно, ему надо остыть, он еще горячий. Вот те самые маслины, которые мы тщательно втирали. Сейчас мясной хлеб весь остынет, я его порежу на кусочки. Как хорошо хлеб режется. Знаете, запах, конечно, в основном докторской колбасы с приправами. Думаю, что такую штуку не стыдно будет порезать на праздничный стол. Красиво же, правда? Это вот фарш у меня остался. Как раз хватило на две корзиночки. Детский вариант. Яркий, сочный, пропитанный ароматными травами мясной хлеб. Попробуйте, друзья, приготовить в свое удовольствие. Ведь в жизни и так немного удовольствий. Приятного аппетита! Пробуйте готовить, если рецепт вам понравился. Подписывайтесь, включайте колокольчики. Желаю вам добра, здоровья. До скорых встреч, друзья!